Добрый день, дорогие друзья! С вами Жаргалма Муханаева. В этом видео я расскажу вам, как сделать выгодный заказ в компании BIEPIC. Итак, вы зарегистрировались. Вот, например, ваш аккаунт. Мы здесь напишем «Я». И чтобы сделать выгодный заказ, вам надо зарегистрировать сюда еще двоих людей. Это могут быть ваши родственники, но можете сами себя тоже еще раз и во второй раз зарегистрировать. Так получилась вот такая вот картина. Я предлагаю на нижнем аккаунте сделать заказ в $319. Давайте рассмотрим, что такое заказ $319, что сюда входит. Итак, есть три больших пакета, мы знаем, которые весит 75 CV. Это пакет, который стоит $90, и в нем 70 зеленых капсул. Следующий пакет — это пакет, который стоит $100, и тоже здесь 75 CV. Здесь уже 60 белых и 60 фиолетовых капсул. Есть еще один пакет, который весит 75 CV. Это пакет стоимостью $90. Это смешанный пакет, где 30 зеленых, 30 белых и 30 фиолетовых. Итого, если мы сюда сложим, то здесь получится 225 CV. Здесь у нас будет $280. А здесь в капсулах, если 100 зеленых, 90 белых и 90 фиолетовых. Сюда, значит, $20 будет, это оплата бэк-офиса. Оплата бэк-офиса взимается только один раз. При последующих заказах, вот на этом аккаунте, например, вы уже платить эти $20 не будете. Ну и здесь есть также, конечно же, доставка, которая стоит $19. Это доставка. Итак, если мы посчитаем, то как раз получится $319. Вот $319, из чего складывается. Теперь давайте разберемся по этим CV. Когда на аккаунте вы оформляете первый заказ, то полный объем баллов, то есть CV, оно не падает в бинар. Первый заказ идет только 15 баллов из 75. Поскольку 3 у нас заказа, 15 на 3, мы получаем 45 CV упадет вот на этом аккаунте в бинар. Но для чего мы все-таки вот эти цифры написали? Да потому что первый вид дохода предполагает, что половина этой суммы, то есть 225 делим на 2, это 112,5. Вот с этого аккаунта, когда вы сделаете вот на «Я» один заказ $319, то есть закажете 3 пакета, на ваш основной аккаунт упадет $112,5. Есть уже вот так, вы уже вот эту сумму, получается, заработали. Сколько? Конечно, вот так вот можно забить. То есть вот этот «Я» 2 может и не понадобиться. Вот этот случай давайте рассмотрим. Ну и еще раз я вам объясню еще выгоднее, как заказ сделать. Итак, здесь у вас есть $112. Но чтобы сделать на основном аккаунте заказ, пакет, где 75 CV, он будет стоит $123. Давайте разберем, откуда эти берутся $123. Так, где он у нас? Значит, $123. Пакет стоит $90. Вы можете, конечно, сюда заказать 30 зеленых, 30 белых и 30 фиолетовых. Так, вот троечку. И здесь доставка будет $13. Ну и бэк-офис $20. Это бэк-офис, это доставка. Итого как раз вот набирается $123. Ну, до $123 вам не хватает $11. Если вы обратитесь к вышестоящим партнерам,
Они вам продадут эти 11 долларов, и вы здесь спокойно сделаете заказ на 123 доллара, то есть 30 зеленых, 30 белых и 30 фиолетов. Итого, посчитаем количество капсул, будет выглядеть следующим образом. Значит, сюда добавляем 30 зеленых, 30 белых и 30 фиолетов. Итого мы получаем 130 зеленых капсул, 120 белых и 120 фиолетовых. Итого у вас получится 240 плюс 130, это 370 капсул. Ну, давайте посчитаем себестоимость. Вот вы сюда вложили не 319, да, вы же еще 11 долларов купили, поэтому сюда прибавим. Так, сюда прибавим 11 долларов. И тогда у вас будет 330 долларов. Вот это мы умножим на средний курс, где-то у нас сейчас 65 рублей 1 доллар. И у вас получится 21 450 рублей. Если мы это разделим на 370, то вы получите одну капсулу по 58 рублей. Это очень хороший выгодный заказ. Ну а так, если вы один пакет сюда закажете, да, например, только на основной аккаунт закажете пакет 123 доллара, вам понадобится. Если мы умножим на 65, то мы получим 7995. И здесь, если у вас будет всего 90 капсул, то есть 30 зеленых, 30 белых, 30 фиолетовых, то себестоимость у вас получится 89 рублей. Но если вы закажете пакет 70 капсул, тогда 114 рублей, если только зеленые. То есть, ну вот сравните, или 58 рублей, вот тут вот, или 89 или 114 рублей. Поэтому, конечно, такой заказ очень выгоден. Теперь у вас будет мини-склад. Это если вы сами будете принимать месячную норму потребления, это по одной капсуле, да? Теперь смотрите, у вас останется, когда 30 отсюда убираем, 100 зеленых останется, 90 белых и 90 фиолетовых. Это вас, ваш будет мини-склад, он очень-очень нужен, и вы, конечно же, можете продавать своим партнерам, новым людям, которые придут к вам. И очень часто бывает так, что вот мы делаем заказ, он идет долго, обычно мы покупаем, я, например, так делала. Я сделала заказ, пока он шел, я купила и начала потреблять. Вот для этого вам нужен мини-склад. Есть продукт, есть бизнес. Мини-склад иметь обязательно. Но если на большую семью, то вы просто сами потребляете. Причем продукт у вас обходится достаточно дешево. Теперь давайте рассмотрим следующий случай, когда вы уже делаете очень хороший мини-склад и еще выгоднее получится. Для этого я создам новую картинку. Итак, давайте посмотрим следующий вариант выгодного заказа. Итак, это вы. Здесь регистрируем своего родственника или можете сами себя. Вы же поняли, что здесь 319 сделать заказ. И мы посчитали, да, когда сюда возвращается 112. Ну и плюсом, 112,5 плюсом, вы еще берете 11 долларов. Но есть еще вариант получше. Смотрите, если на втором тоже аккаунте вы сделаете 319, итого сколько капсул у вас получится. Давайте посчитаем. Итак, помните, да, в заказ 319 долларов входит 100 зеленых, 90 белых и 90 фиолетовых. Следующие 319 долларов, 100 зеленых, 90 белых, 90 фиолетовых. И посмотрите, что получится. Отсюда поднимется 112,5, мы вот уже записали. И с этого аккаунта тоже поднимется 112,5.
Итого у вас здесь будет 225 долларов. На 225 долларов мы сделаем два пакета. И эти два пакета мы можем сделать такие. Смотрите, один пакет по 90 долларов. Там будет 70 зеленых капсул. И один большой пакет по 100 долларов. Это будет 60 белых и 60 фиолетовых. Тогда у вас... так, сюда прибавим еще... доставка 15 долларов. Вот когда два пакета заказываете, доставка идет 15 долларов. Если один пакет, 13 долларов. Если три пакета, 19 долларов. Ну, естественно, бэк-офис, который взимается один раз. Итого мы получаем 225 долларов. И сюда давайте добавим количество. Вот здесь пишем 225 долларов. Сюда добавим количество тех капсул, которые мы заказали. Здесь мы заказали 70 зеленых, 60 белых и 60 фиолетовых. Смотрите, вот эти 225 долларов вы уже заработали. 225, если умножим на 65, то вы уже заработали 14 625 рублей. Это хороший заработок. И вы на эти же деньги заказ сделали. На 2 месяца практически вы заказ сделали. Ну, давайте посчитаем. У вас получается 170 зеленых. Здесь будет 150. Ой, так. 200. Почему 200? Здесь 270 зеленых. Здесь будет 240 белых и 240 фиолетовых. Итого давайте посчитаем, что у нас получилось. 270 плюс 240 плюс 240. Мы получили 750 капсул. Ну, сколько вы вложили? Посмотрим. 319 на 2 раза. Это получается 638 долларов. Ну, давайте в рубли переведем, умножим на 65. И мы получим 41 470. Вот эту сумму давайте разделим на 750. Тогда мы получим, так, 41 470 делим на 750, и мы получим 55 рублей одна капсула. Вопрос, выгодно, друзья? Или вы берете за 114 рублей или за 88 рублей одну капсулу, или за 55 рублей. То есть здесь получается продукта вам на 8-9 месяцев. Это просто отлично. Конечно, 8-9 месяцев можно не хранить, можно разделить на членов семьи. Ну, а можно использовать это как мини-склад. Потому что, еще раз обращаю внимание, если у вас есть мини-склад, есть продукт на руках, у вас есть бизнес. А так его практически нету, потому что продукт должен быть у вас на руках. Поэтому я, дорогие друзья, вас призываю просто заходить именно с выгодного заказа. Ну, а если вот посчитать, вот 41 тысячу рублей вложили и употребляете вдвоем, но там останется капсула, если вы продадите, вы, помимо того, что вы будете потреблять два человека, да, вы намного больше выручите, чем вот эта вот сумма 41 470. Это выгодно. Поэтому, друзья мои, я вам всем желаю, чтобы вы вошли разумно в этот бизнес, с хорошего мини-склада, и чтобы ваш бизнес быстро начал расти и процветать. На этом все. До встречи, друзья. Пока-пока.